Председатель Совета депутатов городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий встретился с педагогическим сообществом. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Новая школа». Участники круглого стола подвели итоги уходящего года, обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с работой школ и детских садов, а также развитием муниципалитета. Представители образования предложили восстановить в штатном расписании должность медработника. Владимир Ружицкий, в свою очередь, пообещал выйти с такой инициативой в Московскую областную думу. Общество так сложено, что должны присутствовать различные партии, движения, дабы учесть все внутренние интересы, которые есть в этом обществе. Но когда есть члены партии, то они обречены и обязаны каким-то образом делать все возможное и невозможное, дабы этой критики было как можно меньше, применять некие свои действия либо решения, чтобы уйти из-под критики и решать те вопросы, которые они решаются. За личный вклад в повышение авторитета партии «Единая Россия» и активную общественно-политическую работу Владимир Ружицкий вручил 13 люберецким педагогам почетные грамоты.